Итак, всем привет, ребята. Сегодня я вам покажу сайт, где я заработал 450 тысяч. Прошло почти год, прошел. Я уже снимал по данному сайту видеоролики. Кто не смотрел, может перейти на мой канал и посмотреть. У меня видео, в принципе, немного. Я так по заработку особо ничего не снимаю. Ну, данный сайт мне просто зашел бомбезно. Выплаты здесь без проблем, никогда мне ничего не было. Итак, это майнинг реальных денег без вложения. Ну, я, естественно, с вложением, потому что без вложений здесь дают 10 рублей, и на них особо ничего майниться не будет. Когда этот майнинг происходит, не обязательно сидеть, чтобы включен был браузер. Просто зашли, зарегистрировались, и все. И деньги уже начинают вам капать. Сейчас я вам все подробно расскажу. Но вам нужен PR-кошелек. PR-кошелек создать можно либо вот здесь, либо, если у вас уже есть, просто вводите его сюда и нажимаете «Войти». После того, когда вы вошли, у вас здесь в режиме начальный будет 10 рублей. 10 рублей, в принципе, это окупаемость 70, это, ну, наверное, по 3 рубля, может, в неделю вам будет капать. Я, честно, даже не помню. Ну, я сюда вложил, вот можете посмотреть, в режим начальный у меня 4500, в обычный 1700 и в режим максимум 15 тысяч. Ну, я не вкладывал сюда 15 тысяч, я вложил, наверное, 1010, потому что постоянно акции идут на ускорение. Вот сейчас вот акции есть плюс 100%, то есть если 1000 рублей. Ну, естественно, если пополнить, ну, даже вот можно посмотреть, вот 1000 рублей оплатить. Это вот с учетом бонуса ежедневно будет 77 рублей. То есть это за 10, это вот, да, это 2 с чем-то тысячи рублей будет в месяц. Сайт реально платит. Я вам сейчас покажу и выплаты. Я уже сделал выплату здесь. Вот. А, не рассказал. После того, когда вы вошли, у вас здесь вот в реальном времени происходит майнинг. Майнинг этот каждую секунду, то есть капает. Ну, вывод здесь можно делать один раз в 6 часов. После того, когда у вас здесь минималочка накапала рубль, вы нажали «Собрать», переходите в «Вывод средств», и все. И у вас денежка выведется на данный вот кошелечек, который Payeer. С Payeer вы уже можете выводить куда угодно, вообще без проблем. Сейчас я покажу свой баланс. Вот, можете посмотреть. Баланс у меня 155. Вводим 87, заказать выплату, проверяем, 242, история, смотрим, вот, вот время, 13.26, 87 рублей, без комиссии, без ничего, секунда, не надо вам никаких заявок создавать, ждать и еще подобное. Я уже на этом сайте больше года, естественно, я заработал 450 тысяч. Я делал видео, по моей реферальной переходило довольно много у меня рефералов, хотя я рекламировал, ну, только в YouTube, все. Вы можете также брать мое видео, перезаливать его, скачивать и себе на YouTube каналы и свои реферальные ссылочки подставлять. Вот я вам покажу, сколько у меня рефералов. Вот, рефералов у меня 13 тысяч. 13 тысяч. Но это, чтобы вы знали за год. Я, в принципе, ничего сюда не вкладываю. Только записал видео через полгодика, через пару месяцев. Ну, если у вас времени достаточно, можете хоть каждый день видео заливать и закидывать в YouTube, там, рассылать и тому подобное. Сейчас я вам покажу, сколько я вывел. Вот, история выплат. Сейчас подгрузится, потому что у меня очень много выплат. Мой товарищ заработал на этом сайте, вот мы с ним переписывались буквально неделю назад, он около миллиона рублей заработал. Причем он меньше, чем полгода сидит. Сайт работает довольно долго, потому что... А, ну там даже... Вот, смотрите, 447 тысяч. Вот все мои выплаты. Все. Ну, естественно, так как я видео записывал, и вот эти вот мелочи, что выводят, это... Мне даже не приходится иногда заходить к себе сюда, чтобы выводить деньги. Потому что кто-то зашел по моему PR-кошельку,
думает, о, да, я ему бабки выведу. Он собрал, вывел и все. Ну, естественно, пароли здесь никакие не надо, поэтому вас никто не взломает и на ваш, на какой-то другой кошелек деньги не переведут. Все, вы свой PR ввели и все. И он у вас будет всегда, и только на него вы сможете вывести. Поэтому обязательно от PR кошелька сохраняйте все пароли. Обязательно. И вот смотрите, сколько я уже вывел. Почти 450 тысяч рублей. И это, я повторюсь, за месяцев 10, наверное, 10-11 месяцев. В принципе, все, что я вам хотел показать и рассказать, вот, можете посмотреть, здесь вот по всем вот этим режимам, что у меня, вот, у меня доход получается в час 30 рублей, вот, 10 дней 7600, вот, в 30 дней 23 тысячи, это вот получается, я 23 на... Но у меня было не означает, это где-то через месяца 2, наверное, пополнился. Так, у меня было тут только 4500. Ну, в общем, сложности я где-то вывел 200, наверное. Да, 200 тысяч я вывел именно с майнинга со своего, и остальные вот 250 тысяч это реферальные. Ну, если вы не можете, там, не нужны вам рефералы, вы можете спокойно без них. Ну, я, естественно, как бы есть, время есть, возможность записать видео, скинуть, почему бы и нет, дополнительно заработать. Поэтому, друзья, ссылочка будет в описании, регистрируйтесь. И, кстати, кто не знает про Pair кошелек, здесь очень-очень много всяких обменников. Вот можете посмотреть, сколько здесь всяких валют вы можете обменивать, пополнить, например, кошелек отсюда. Вы можете пополнить где угодно. Перевести деньги вы также можете куда угодно. Куда угодно вы можете переводить деньги. Вот на карту, на... Ну, я обычно вывожу на Kiwi или на Яндекс. Ну, иногда, конечно, и на карту вывожу. Поэтому пополнить Pair кошелек тоже вообще без проблем. Также, если у вас, например, вы не можете пополнить Pair, нету здесь какого-то обменника, вы можете вот зайти на обмену валюты и... Там уже найдете любой обмен. Например, вам нужно обменять... так, например, у вас есть PayPal, например, вот доллары. И вам нужен Pair. Переходите в Pair. Вот Pair доллары. Вот обменник. Все, переходите на этот обменник и обменивайте уже. Как вам угодно. Проблем с этим вообще никаких абсолютно не знакомых. Pair это самый отличный кошелек и просто лучше его, как по мне, нет. Все, друзья, спасибо, кто смотрел. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Возможно, в будущем появится время и буду записывать уже заработки в интернете. У меня есть, конечно, еще там некоторые способы. Ну, там, конечно, суммы небольшие, но все же. Будет время, обязательно запишу видео и поделюсь с вами. Все, ребят, спасибо и всем пока.